Okay. Hello, good morning. Мы готовы обеспечить максимальную открытость для международного наблюдения в полном соответствии с нашими международными обязательствами, и мы рассчитываем на ваш объективный подход к оценке выборов, которые состоятся 2 декабря. В то же время я не могу не подчеркнуть, что гарантией демократии в России являются не иностранные наблюдатели, контролирующие ход избирательного процесса, а в первую очередь и главным образом воля народа и его политическая культура. 44 наблюдателя от парламентской ассамблеи ОБСЕ, 57... We have been concerned during last time about the very strong reaction of the authorities vis-à-vis the demonstrators, vis-à-vis the oppositions. Mr. Kasparov was in jail for 5 days, now has been released. There are also some opinions being voiced that there is no balance in media.